Друзья, всем огромный привет! Вы на канале «Делай сам» и с вами снова Алексей. Как ваши дела? Как настроение? Если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь прямо сейчас и досмотрите ролик до конца. Сделать приспособление для вот этой ушей. Первое, что мне понадобится, уголок 45 на 45. Отрежу кусочек 150 мм. Теперь отрежу пластину шириной 45 миллиметров. Металл тройка. Кусочек у нас получился 480 миллиметров. Находим центр и отступаем по 75 миллиметров. Теперь нам нужно загнуть металл под 90 градусов. Сделаем сейчас разметочку под 4 отверстия. В тиски зажал уголочек предыдущий отрезанный. Теперь выставляем вот так сверлышком на 5. Также делаю сквозные отверстия. Нарезаю резьбу и сразу на болтик. Наверняка, чтобы никуда не убежало. Вот так это теперь выглядит. Сейчас вот здесь вот по центру сделаем сквозной отверстие. В общем, я немножечко ошибся. Оказывается, в моем случае нужно было со смещением делать. За кадром сделал вот такую вот пластину 80 на 172. Она у нас вот сюда будет ложиться. И два уголочка тоже 45 по 80 миллиметров. То есть мы сейчас вот таким вот образом будем скреплять на болты. Делаем два отверстия и здесь также под резьбу. Теперь беру пластину и вот так вот за подлицо прям ровненько выставляю. И сейчас зажму и буду делать отверстие. Вот такая площадочка получается, почти идеально ровная. Ну, почти. От краев отступаю по 20 миллиметров. Так, ну вот у нас все готово. В принципе, как хотел я, все получилось. Все у нас сходится. Что тут, что тут. Все четко. Ну а теперь детали отправлю в покрасочный цех. И красим, как всегда, наш любимый красный цвет. Все высохло. Вот такая вот конструкция простенькая. Подвижным столиком. Причем смотрите, как получилось все четко отверстие, что мы столик хоть так, все четенько. Берем УШМ, сделал вот такую вот шпилечку, то есть чтобы нам зафиксировать и резьбу не разбивать. То есть мы затягиваем и потом вот так вот законтрагайли. Условно. Почему я сказал, что я ошибся с креплением? То есть, если бы я сюда ставил бы, то есть у нас сместился бы диск, я не учел этот момент.
пришлось вот пересверливать и делать вот таким вот образом. Зажал тисочки, нам спокойно можно менять диск, можно поставить чашку. Здесь выставляем зазор, какой необходим. Так затягиваем. Все, столик стоит монолитно. В общем, получился у нас вот такой вот столик рабочий. Собирается без единого сварочного шва, просто на болтах. Ну а как использовать его, решать только вам. И нужно ли вам это? Расслабили. Надо поставить зачистной диск. Надо поставить лепестковый диск. В общем, вот такая вот стойка. Если вам понравилось, обязательно палец вверх, конечно. Так что вот такая вот простая и реализуемая легко конструкция у нас получилась. Бывают моменты, когда нам необходимо отрезать какую-нибудь арматурку. Под рукой нет тисочков. Мы пытаемся держать в руках и отпилить это все при помощи УШМ. Это на самом деле очень опасно, потому что ее можно закусить и выдернуть из рук. Особенно это касается очень маленьких деталей. Условно, вот мы хотим с вами отрезать какой-нибудь гвоздик, какую-нибудь маленькую арматуринку. Когда мы будем пилить, его обязательно закусит и обязательно вырвет. Вы в руках не удержите. Это вот однозначно. Так делать нельзя. Но это если нету, конечно, тисочка. Понравится уголочек. В моем случае это 40 на 40. Сейчас мы отпилим кусочек с вами 13 сантиметров. Теперь я наш отрезанный уголочек приставляю к УШМ. Смотрю, чтоб сколько мне нужно сюда было, заходило. И вот с этой стороны вот так вот делаю себе пометочку. И вот эту часть мы с вами срежем. Теперь я вот выставляю, как отрезал, сделал две отметочки и сейчас тоже буду их выпиливать вот так вот. Теперь надо немножко шлифануть все это. Получилось у нас по итогу вот так вот. Приварил еще шпилечку сюда, металлическую. По итогу высохло, получается у нас вот такая вот деталька. То есть, как понимаете, да, вот эта у меня штучка вот у нас становится. И прямо она плотненько сюда заходит. Вот так вот затягиваем. Теперь проверяем. Все четко. То есть у нас 90 градусов. Соблюдено. Теперь мы можем спокойно взять и на весу срезать. Причем рез, смотрите, получается какой ровный. Так же, как и говорил, теперь можно вот отрезать какой-нибудь гвоздик, прям маленькое что-то. Также теперь смотрите, можно прям включенную поставить.
Смотрите, как четко. Ну, практически 90 градусов. Это вот прям, ну, это я просто решил попробовать. То есть можно все что угодно резать. Нужно, открутили, всегда при необходимости достал и прикрутил на место. Это, как понимаете, я сделал для того, чтобы если вдруг какой-то удар будет, чтобы она хоть уперлась. Ну и даже если бы тут не было бы упора, я пробовал без нее, то она бы просто уходила бы сюда и все. Ну, сейчас не дает, так она разворачивалась и не защемлялась. Так что вот такое вот небольшое устройство, казалось бы, да, сами видели, насколько полезное. Друзья, у нас с вами получился вот такой вот выпуск. Сделали две полезные идеи для ушей. Надеюсь, вам ролик понравился, было полезно. Если понравился ролик, палец вверх. Пишите ваше мнение, встретимся в комментариях. Но вам же всего самого хорошего, самое главное, крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.